Обе команды хотели выиграть. Но так сложилось, что нам и Фарт был, и вратарь хорошо сыграл. У них были моменты, у нас были моменты. Но мы забили на один гол больше. А в футболе надо забивать на один гол больше, чтобы выигрывать. Ну, команда очень хорошая. Игрок соперник очень хорошо играл. Хорошие ребята, хорошие игроки. Ну, мы рады, что выиграли. Плей-офф, когда играется, все равно по-другому. Чемпионат – это тоже хорошо, выигрывать все матчи. Но когда можно настроиться, в принципе, на одну игру, ее отыграть хорошо и выиграть. Что ждет вашу команду дальше? Как вы себе это представляете? Или еще пока не представляете, что вы уже на чемпионате мира? В первую очередь хочу сказать, поблагодарить ребят, тренеров, поддержку болельщиков, которые нас сегодня поддерживали, родственники, жены, дети, друзья. Им огромное спасибо, что они пришли сегодня на игру и поддержали нас. И, конечно, и команду соперников, которые пришли поддержать. Была очень красивая атмосфера.